А сейчас вы обратили внимание, что нашим детям не помешал ни грим, ни русские костюмы преобразиться в заморских гостей, а теперь все это им поможет показать сказку, которую они так долго для вас готовили, которая называется «Колобок». Русская народная сказка. Новые в плену, новые, как все смотрели.
песен там, а поешь так, как соловей. Я пою, как соловей. Какая славная песенка. Ну надо же. Спой нам ее, только погромче. Мы спеем.